вам несколько вопросов, профессор. Какой сюрприз? Ходят слухи, что Ньют Саламандер собирается в Париж. Я знаю, что он следует вашим приказам. Что скажете на это, Дамблдор? Если бы вам посчастливилось обучать его, вы бы знали, что Ньют не всегда следует приказам. Пришло время, Ньют. Решай, на чьей ты стороне. Ты куда-то идешь? Нет, мы идем. Шикарно! Я не могу пойти против Гриндевальда. Это должен быть ты.